Ребята, всем привет! С вами Алексей. Вот поля у нас начали скашивать. Решил прийти походить. Время есть вечерком. Сегодня погода стабильная, нестабильная. Дождь идет часто. Вот видите, тучи постоянно двигаются. Сейчас нашел хороший сигнальчик. Вот. Долго не мог выкопать, наконец-то выкопал. Сейчас буду смотреть, что такое. Что-то вот тут выпало. О, манитос. Как обычно, залипушка. Орел есть. Орел. Так. Это у нас 5 копеек. 1860. Вроде третий год. Да, 1863 год. Такая лепеха. Вообще, блин, первый манитос, но уже хожу минут 20-30. Был до этого один шмурдяк с металлом. А это манитос. Лежал глубоко. Думал сначала металлом. Еле доставало. Но в итоге манитосик. Ну что, ребята, пошел дождь, а я как раз нашел сигнальчик. Вот копнул, здесь он. Сейчас будем смотреть, пока дождь идет. Сижу под зонтиком. Сигнальчик четкий. Процентов на 80, что монета. Хотя... Не, не монета. Обломок какой-то, дюраль или что-то наподобие. Ребята, уже хожу довольно-таки много. Попадается один шмурдяк. Наконец-то выпала монета. Вот она. Это у нас 1 копейка 1797 года. Сейчас уже это подсохло. Пока мокренькая была, такая влажная. Вообще, кажется, казалось, что в сохране. Ну и так тоже сохран хороший. Обычно такие монеты попадаются убитые в хламину. А тут такая нарядная. Вот здесь лежала почти наверху. Сохранчик хороший. Здесь вот ямки накопаны. Свеженькие. Кто-то уже копал. Сейчас пришел вон оттуда, вот там за этим болотом. Туда поле уходит, там был. Сейчас вот здесь похожу и буду закругляться. Ребята, вот здесь выпала вот такая вот, довольно-таки глубоко лежала, такая вот пряжечка. Сама, наверное, из бронзы, а вот эта штука черная. Звучало хорошо, думал, манитос будет, но нет. Такая вот штука. Эту я расшатал. Вот тут видно, что вот желтый металл, бронза. Хожу вот здесь. Скошено не очень. Высокая трава оставшая. Пока больше ничего нет. Ну что, ребята, коп на сегодня решил завершить. Из находок у нас сегодня только вот пряжечка такая. Пятачок Александра II.
5 копеек, 1863 год. В каталоге посмотрел. Короче, цена от 1000 рублей. Вот это вот у нас Павел Первый, копейка 1797 года. Тоже в каталоге сейчас посмотрел. Цена от 560 рублей. Такие монетки. И вот, как обычно, метальчик, сопутка. Ну, это как все с линии навоз, который вывозит. И вот кусок трака попался. Какой-то ролик, трубка. Какая-то хрень. И какой-то блин. Специально металл не копал, это было некоторые на поверхности, некоторые почти на поверхности. Ну, что, в общем, углубляться не надо. Так что берем. В общем, всем пока.